Всем привет! Мы сегодня с вами приехали в парк Перовского. Мы находимся в Оренбурге. Здесь у нас запланирована рукодельная встреча. А также будет Оля проводить мастер-класс по обучению вышивке. Девчонки сейчас находятся на тренинге. Сейчас нам Оля расскажет, что за лекцию она прослушала. Здрасте! Вот уже наши девчонки. На мастер-класс. Свои вышивки новые принесли. Очень рада вас видеть. Я тоже принесла сегодня работы. Так, Оля, рассказывай, чему вас на тренинге научили. Ну, ты же видела, как мы энергию гребли лопатами. Ясно. Подзарядились? Все. Слушайте, вот можем попробовать вот здесь между деревьями веревочку. Кстати, вы принесли работу. Давайте пусть народ поет, попривлекать вон Аню. Мы сейчас... Аня, у меня сейчас мастер-класс будет по вышивке. Вот, девчонки, я принесла рулончик своих неоформленных работ. Сейчас Оля натягивает веревку, и мы развесим работы для того, чтобы привлечь народ к нашему столу. Сейчас развесим. Вот, девочки, мои работы, которые сейчас будем развешивать. Видео обо всех моих работах есть на моем канале. Я 3 года веду канал, как раз с того момента, как начала вышивать, и все мои работы есть. Подробно можно посмотреть. Я вам сейчас быстренько покажу, а если интересно подробно, то можете по каналу пробежаться и посмотреть. Там Оля уже взяла. Некоторые работы висят, я вам их покажу. Это моя первая работа на 18-й канве. Я училась, пробовала вышивать на 18-й. Училась вышивать. Это неоформленный петушок. Это где-то я в интернете схемку нашла. А вот это у меня проба пера, вышивка глазью. Правда, плохо получилось. Не знаю, на мой взгляд, не очень у меня получилось. Это первая и единственная работа глазью. Это от фирмы «Мария Искусница». Классная работа. У меня еще есть второй набор, парный сюжет. Обалденная вот эта работа от фирмы РТО. Очень мне она нравится. В этой работе я всегда хвастаюсь своей изнанкой. Это я специально делала для того, чтобы показать, что я умею изнанку делать аккуратную, но я ее обычно не делаю. Просто чтобы убедились мои зрители, что я умею это делать. Потому что я каждый раз говорю, что я не уделяю внимания изнанке, и может сложиться впечатление, что я не умею ее делать красивую. Иногда делаю узелки просто из принципиальных соображений, вот как, допустим, здесь. Если короткая нитка и беру 2 ниточки, я могу сделать узелок. Вот эти 4 матрешки, мои самые любимые. Это тоже одни из первых моих работ от фирмы «Алиса». Я считаю, что это разработка матрешек у «Алисы». Вот эта серия одна из лучших. Настолько проработаны классно схемы. Я даже не хочу их оформлять, я их все время на встречи приношу. Мне они нравятся, потому что если оформлю, их носить будет уже неудобно. И вот такая работа от фирмы «Овен». Ну, это простенькая работа, как отдыхалочка у меня была, несмотря на большие размеры, отдыхалочка, потому что легко вышивается. Оля готовится к мастер-классу, а я принесла вышивку свою, может быть, мне удастся так, сегодня давай повышивать. Розочки давай. Вот смотри, вот эту РТО повесь, вот эту вот, да. А с синичкой? Да, с синичками. Там изнанка идеальная, как раз сквозь висит, чтобы видно было. Вот сейчас я вам покажу, что принесли девчонки. Я еще принесла свои новые работы.
новинки. А девчонки еще едут ко мне новинки от волшебной страны, цветочки, я их заказала. Попозже будет видео, потому что из Украины они едут долго. В ближайшее время вряд ли они приедут, но все равно вы их скоро увидите. Вот еще такая елочка от волшебной страны, мои игрушечки от МП студии и вот эти новые игрушки, которые я еще не оформила. Я их планировала вместе с вами оформлять, видео хотела снимать, вот они ждут, вот эти вот две работы. Но, как видите, я хожу по разным мероприятиям, поэтому с оформлением пока не получится. Лето, нужно отдыхать, развлекаться, встречаться с девчонками. Я думаю, оформить эти работы мы еще с вами успеем. Здравствуйте. 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 Новенькие у нас здесь? Нет, Раиса Степановна. Раиса Степановна, да, знаю. Вот Светлана у нас. Со Светланой здравствуйте. Тоже работы свои принесли, да? Ну, я попробую показать. Ну, конечно, нужно показать. Показывайте, нам интересно. Все показываем мы работы свои. Чтобы не расстилать. Ой, кони какие. Все в интернете я видела. Ой, ну-ка, вот это мне интересно. У меня есть такой набор, мне очень интересно вживую посмотреть. Она в маках. Нет, у нее, по-моему. Нет, у нее совсем другие. У нее кони коричневые, и здесь поле с маком. Зелень и небольшая, и маки красные. Маки шерстью вышиваются. Я не знаю. Я знаю. Ну, у меня нет, был... я просто говорю другой. Да, да. Размер работы 40/60, вышивается на канве 14-го каунта. Работа от фирмы Риолис. Я уже почти все знаю. Где-то вышивается хлопковыми нитками Анкор. А вот еще одна разработка у Риолис, кони в маковом поле, та вышивается на шерстью, но тоже размер такой же большой, 40/60. Обалденная работа. Обалденно, красиво, красиво. Так, и Оль, у нас тут вот большая. Сейчас поближе мы с вами посмотрим, что у нас девочки навышивали. Это же Риолис, чья вот эта работа? Да. Риолис. Риолис, по-моему, Мария. Нет, не Мария? Поняла, Таня, примерно. За всеми. Ну, прям ближе к этим больницам. Это чудесная игла. Это больница ближе. Очень красивая. Это вот я эта работа. А вот это что за работа? А это вот сюжет от Нила Нарте. Это откуда такой? А, Мария. Это Мария вот это, да? Очень красиво. Это какая? Это какая равномерка? Что это? Это что за равномерка? Что за равномерка? Я не знаю. Мелкая, да, Оля? Я очки не взяла. Но у меня очки это, там сухие. Это не линда. Это не линда, это, да. Это мельчика. Наверное. Сколько бэка. Бэка много, да. Бэка очень много. То есть изначально работа получается очень слепая. Если вышивающая, ну, да. Слепая работа, но бэк вообще прям оживляет на глазах. Это очень красивый. Мне, не знаю, для нелюбителей бэка скажи, что это не страшно. Сколько лет вышиваете? Большое? Я недавно начала. Нет. Недавно? Так вот по-крупному года 3, наверное. Ну, за 3 года отличные успехи на равномерке, так все аккуратненько, очень хорошие успехи. Симпатичный малыш, как фотография. Очень мало ниток, но... Очень аккуратные у вас крестики. Просто обалдеть. Очень аккуратно, здорово. Спасибо за то, что принесли свою красоту. Рады с вами познакомиться. Девочки, не всегда удается посмотреть вышитые работы живьем. И я вам хочу сказать, что это очень интересно. Одно дело, когда мы на превью видим, и совсем другое дело, когда мы видим картины живьем. Девчонки, у кого проходит формула рукоделия, они, конечно же, могут посмотреть вышитые работы. У нас в Оренбурге посмотреть негде. Поэтому большое спасибо рукодельницам, которые приносят свою красоту. И мы можем вживую посмотреть все эти работы. Девочки, а вот это вот чья разработка? А это что за фирма?
Марин, расскажи. Вот это что за сюжет нам? Это карпа, я тут Белоснежка. Просто карпа. От Белоснежки? Да. А, вот, кстати, у Белоснежки не все сюжеты удачные, но вот это я хочу сказать, я бы никогда не подумала, что это Белоснежка. Очень достойная работа, очень красиво смотрится. А как вам ниточки от Белоснежки? Ниточки, в принципе, неплохо. Нормально? Все хорошо, не считая вот этого злополучного бэка, который я просто парилась вышивать. Но ниточки не рвутся, нормально? Нет, не вышивается. Очень даже. У меня тоже. Все хорошо, и цвета, все мне понравилось. Вот, ну все, нормально, а уже бэк по любви каждой вышивающейся к бэку. Просто у меня один всего набор от Белоснежки, и зрители спрашивают, как мои впечатления, но я еще не вышивала, поэтому... Все, ну, мне понравилось, не было никаких претензий, все как-то хорошо. Понятно, спасибо. А вы вот скольки поедете? Ой, давай сюда. На следующую сторону. На следующую сторону заходить. Тут тоже есть. С той стороны тоже? Вот. Ты вот выкладывала, тоже, да? Кроме тебя кто-то выкладывал? Нет. Я недавно видела. Нет, я не видела. Давай, ты видела? Где уже запутывать? Пикник девчонки устроили у нас. Сейчас мы с вами посмотрим игрушки. Девчонки, расскажите, чьи игрушечки? Ну, вот это. Какая фирма? Вот это Butterfly. Ага. Вот оно, то есть просто это как фетр идет, и бисер отдельно. Вот пришивается бисер, там внутри наполнитель. Вот, то есть, ну, тяжеловато почему-то он мне дался, я не могу сказать. Я прям несколько раз распарывала, особенно когда вот этот вот обшив идет по кругу. Тяжело получается, очень мелкой. Мелко и тяжело. Я вот распарывала, у меня там прям, ну, как бы узлы вязались. Вот эти, получается, маленькие вот игрушечки, вот стаканчики и вот наши детские киндеры, которые у нас были. Это Шарова Татьяна, автор. Она проводила мастер-классы, вот, то есть по ее мастер-классам. Татьяна, что покажется. Угу. Вот. Вот по ее. Угу. А вот это щелкунчик, вот этот. Это, ну, это варежка, это крикет коллекшн. Ну, такая у меня с ним история была. Мне очень сильно загорелось. Хотелось вышить щелкунчика к Новому году. И, но искала маленькую схему. Искала. Вот. И понравилась очень сильно вот эта крикет коллекшн. Но она, к сожалению, только платная. В брошюре, там через Etsy, там что-то надо заказывать, было тяжело. Я вот нашла вот на просторах интернета, но такое было качество плохое. Я скачала уже такую красивую варежку, уже сделанную кем-то, там живущая на Радуге, по-моему, это все с Инстаграма, как бы, вот, и получается, я уже цвета по ее смотрела, какие подбирала, а эту вот уже шила, ну, быстро я ее прямо за два вечера. А вот я смотрю на пластике, а мне очень нравится. И фетр пришит. Не я? Приклеиваешь? Нет, я боюсь, что он вылезет, либо что-нибудь как-то. Я клеила карандашом. Вот. Но я хочу попробовать пластиковые игрушки, вот так фетр клеить, клеем гель-момент, ну, кристалл. Я боюсь. Вот и я боюсь. Я боюсь, и мне бы хотелось бы вживую посмотреть, как они выглядят, приклеенные вот эти клеи. Вот это я просто белой ниткой пришивала, а потом увидела вот эту такую туманную нить, которая вот, ну, вот она прозрачная. Ну, да. И вот уже последний я пришивала ей. Вот этой вот. Ну, немножко она неудобна, она же как леска получается. Ну, как бы тяжеловато, она постоянно выпадает. Но, в принципе, вот у меня уже как бы в основном они все на Новый год висели на елке. У меня такая алка-елка получилась. Угу. С игрушками вот на пластике вышли. А я вот на карандаш клеила. Сейчас название не вспомню. Краузер какой-то. В общем, у меня, девчонки, есть видео. Я вам в конце оставлю, как я клеила. Вы можете посмотреть. В принципе, достаточно... крепко держится, ну, да, вот. Да, он нормально вроде не отлетает. Ну это вот набор тоже. Да, ну вот хочу купить еще гель-момент кристалл. Ну я сейчас в школе тоже взяла, это щелкунчик новогоднего, вот, который тоже жар-птица. Пока я его вышиваю, в принципе, как бы быстро, и схема удобная такая, понятная. Ну и в принципе мне очень понравилось на пластике вышивать, то есть как бы я уже этот
То есть оно прям быстро получается, там иногда вот раз и за вечерок, так сказать, вот это. Да, просто... можно вот яичко посмотреть? Да. Да, пожалуйста. Мне тоже нравится на пластике и на деревянной, да, вот этой заготовке тоже понравилось вышивать. Да, вот бэкстич не очень удобно, когда на схеме нарисовано, например, что нужно проколоть, вот, допустим, между, вот, а на самом деле не проколешь. Нужно, нужно бэкстич делать по дырочкам. А вот дробный, да, не очень удобно. Но, в принципе, в общем, все нормально смотрится. Вот эти вообще прям я обожаю. Еще у меня есть магнитики, новинки магнитики, там 4 суккулента и вот... следующий я планирую начать. В общем, я в раздумьях, начать следующий мне кактус или начать игрушку. Их кактус же 4. Кактус тоже классный. Классный. Я тоже вышила, я осень вышила. В тот раз я ее приносила, но я ее уже все обметала. Это наборы отдельные? Я продаются. Все по наборам вышиваю. Это готовые наборы, сейчас покажу я. А, вот они. Вот они, девчонки, вот это готовые наборы. А, то есть это вот укомплектованные, да. Ну, в принципе, можно купить пластиковую канву и подбором вышить. Смотри. Две стороны, да. Вот, а, это с двух сторон? Это двухсторонние. Это будет сшиваться вот так. Куда? Я даже что-то вот не по поняла. Такому принципу. Ну, вот это поняла. Они же. Но это вы уже отшили, да? Это я вышила, только я не оформила. Вот, нужно вырезать и вот так оформить. Вот они, вот эти вот две игрушки. Девчонки вон куда приспособили. Кстати, да, можно взять водорастворимую канву. Мне изделие очень нравится, вот, чтобы можно было практически применить. Ну да, ну возьмите схемку. Спасибо. И вот эту. Ну, Юль, с тебя тогда вышивка нашел. Ты что? Я тебе тогда водорастворимую канву подгоню, а ты будешь это... Вышивайте, на следующей встрече посмотрим, что получилось. Надо теперь обозначить, когда будет следующая встреча. Ну да. Так что ты тут перед всей страной практически из-за рубежки. Да, вот границы. Это как я, что-нибудь пообещаю, а потом спать спокойно не могу. Спасибо огромное. Вот я в Турции уже была. В Турции была сумка. Очень удобная, кстати. Я сначала боялась, что она вместительная, очень большая. Это от Матрёнин посуды? Да. Я вот такую вышила, подарила. Частичная. Да. Мы с ней не сговариваясь купили. Да, так чисто случайно. Да. И одновременно мы их вообще вышивали. Красивая. Она и красивая. Она практичная. Вот на море куда-то там. Я, по-моему, все в нее сложишь, так да. Классно. А на плечо повесила. Это у меня это фигня. Я сейчас говорю, тоже соблазнённая. Что она большая. Как бы она очень объемная. А я люблю большие сумки. Это я подарила. Я обычно подарила. Это Юля вышивала. Я говорю, не сговаривайся. Все. Вообще, мне тоже такую надо, потому чуть-чуть что я сейчас с собой вышить, а потом два пакета. Она так да. Все продается уже совсем да. С писером. Подклад только зашивается, не шит. То есть набор, да? Да, ну, да это а в наборе подклад есть? Все есть там. Он просто здесь пришит сверху. Все, вот сверху подклад пришит. Поняла. А получается, да, вот в кармашек, но снизу. А потом только снизу зашить. Да. Вообще. У меня класс. Бисерная есть Пань, сумка, подержи, я все ее никак не дошью, но она маленькая, тоже от Матрёнин Посад. Но, девчонки, так красиво, а где вот брали? Эти стразы. Я это через интернет заказывала. А это набор, да? Да, Матрёнин Посад. Сумка, сумка. Оля под заказ. Оля под заказ. Не Оля под заказ. Не Оля, я Оля вышиваю. Там только, знаешь, девчонки, а вот моя мама шьет и из джинс берет. Когда у нас джинсы остаются, стареют. Да, мы ей отдаем, и она шьет вот такие вот сумки. Вот я купила водорастворимую канву и хочу большую сумку, вот без кармашков, ну, чтобы была вышивка, какие-нибудь маки, вот, кстати, лилии, этого, что-то. Кактуса? Да, просто, если только под цвет подобрать. А, ну если вот на маленькую на сумку, то да. Яркая уже будет, классно. Ну да, но я хочу вот так, чтобы целиком была вышивка яркая, какие-нибудь вот красные же, маки на или это, на что-то. Полностью. Да. И я внучки там, вот. Ну вон там куртка. Олень у нее да, лежит. Да, да, да. Куртка с оленем. Вот внучки тоже хочу джинсовую курточку, чтобы спинка была вышита. У меня еще нет таких вещей прикладных. А мне вот нравится. Но, кстати, ну, мне тоже кармашки лежат. Я все собираюсь шить сумкой. Выкройку надо. Но вот эта сумка со мной везде. Она со мной в Питере, в Москве, на всю любую речку. Я везде ее с собой беру. И вышиваю. И вышиваю. И в поезде, да? Да, и в поезде, и в самолете, везде на самолете. У меня, кстати, мама продает вот такие сумки. Девочки, я под видео оставлю, не знаю, там разные у нее, я под видео оставлю ссылку на мамин канал, мадам Плюшкина. И кому интересно, ей пишите, она вам скажет. А я как сорока, я же вот эти все блестящие предметы, вот я как увижу, все, я прям балдею, мой любимый цвет. Заказала я брошку «Образа в каменьях».
Да, бабочка. И там вот такие стразы. Вот я ее получу там, вышью. Да, я видела тоже разные. Там бабки, такая красота красивые. Вообще обалденная. Надеюсь, на следующую встречу я уже принесу. А у меня, говорю, в последнее время, я почему услышала, когда Таня мне сказала, что будет это по равномерке. У меня что-то, говорю, уже эти обереги, как пошли вот эти именные. Я штук 5 прям за последнее время. Я их все раздариваю. Вот она... Единственное, вон Иван у меня висит. Вот, это вот мой первый прям он. И я, да, мне было трудно сначала к равномерочке привыкнуть. Сейчас ну хочу. Да. И сейчас у меня мечта, я хочу всей семье сделать. Я думаю, я дарю. Да, для дома ничего. Не, у меня два оберега же висит. А я хочу всем. Я сегодня взяла, но думаю, ладно, не стала доставать. Походили, посмотрели. Я не знала, что такое мероприятие. А мою эту лису видели, которую я тогда долго не могла вышить? Лису? Она с той стороны. Нет, еще не видела. Нитки бегала все время, мне то одного не хватит, нет. А другого. Который ты как раз развешивала. На первоотшив. Идем, показывай. Я брала на первоотшив. Угу. С кем вот эта лиса под зонтиком? Мне то одних ниток не хватало, то других. Вот, вот я ее потом прям быстро-быстро, я ее закончила, она такая синяя. Но вот эта равномерка, эту, за которую беломерку у Воли, вот этот зеленый салатного цвета. Ну, в принципе, так. Угу. Ну, ярко, классно. Да, она красиво. Катерина, Карль или Король там дизайнер. А это вот сейчас идет вот новый проект. Да, это восточный. Символ. Отшив восточного гороскопа. Вот уже отшивается. В инстаграме Антонина Третьякова. Сейчас вот у меня 6, 7 шьют, но я чуть-чуть не успеваю. Вот они, тут и бисер. Не знаю, не знаю. Нет, я хотела, наверное, думаю, может, как мешки подарочные, как вот, ну, новогодние мешочки. Тут последняя вот овечка, вот она меня прям. Тут нитки я откопала. Чисто случайно. И тоже вот ровная. Вот это, кстати, беломерка, Оль, но вот это вот. Нет, вот это вот беломерка. Нитки, получается, гамовские, они вон переливаются, они как и меланж. Они идут с этим, меланжевые, да, но они, получается, вот и голубой, и желтый, и как и розовый. Несколько там оттенков. Да, это оно вот на солнце не переливается. То есть, вот, в принципе, мне очень вот. Я попробовала именно вот на змейке. Девчонки, летом в таком же режиме вышиваете, что и зимой, или поменьше? Летом, вот сейчас не успеваю, честно. Поменьше. А мне и так получается, когда время свободно. Да. Ну, это мое время, я уже села и... Да, и все, и никого, и ничего. В отпуск вышивку берете? Обязательно. А везде? Везде. Везде. То есть куда поехал, везде с вышивкой. У меня муж раньше уже ругался, что там он, говорит, как бабка старая, потом понял, что это бесполезно. И все, он уже молчит. Потому что у меня, я же говорю, там целая сумка с собой, у меня там все склад, у меня там пяльцы, нитки, все, что хочешь, схемы, и любой свободный момент, вот даже на природе, то есть я сразу достаю, начинаю. А я, наверное, свой кружевной букет сейчас сниму с пялец, чтобы девчонки посмотрели, что получается в готовом виде. Хоть она и у меня и не законченная, полработы вышита, но, может быть, девочкам интересно будет посмотреть. Помочь чуть-чуть? Вот я как раз сейчас с девчонками посоветуюсь, а они скажут свой отзыв о компании Nitox. Девочки, сегодня о грустном не будем, конечно. Будем с улыбкой снимать. Девчонки, подержите вот эту работу и превью, чтобы я сняла издалека. Да, вот так вот. Ну вот, да. Ну вот смотрите, девочки, я что-то не вижу возгласов восторженных. Вау, красиво. Потому что работа еще не закончена. Честно, да, девочки, на этом этапе честно свои отзывы, стоит продолжать или нет? Стоит, конечно, обязательно. Работа всегда будет смотреться уже в готовом виде. Нам всегда не нравится, как что-то там не так пошло, цвет не тот, а в итоге получается, как всегда, красиво. Вот видите, девчонки, мнения разделились. Кто-то говорит, я бы не продолжала, но потому что действительно на этом этапе... Имеет значение, в каком багете вы это оформите. Да, багет. В принципе, оно как бы просто пятна и все. Пятна, большие цветовые пятна. Просто пятна. Непонятно, что. Но когда я смотрела на YouTube готовую оформленную работу, девочки, она смотрится по-другому. Не знаю, но настроения продолжать реально нет. А? Как шарики из ваты. Как шарики из ваты, да? Девчонки, вот эти огромные цветовые пятна. Ну, в общем, если у вас куплен такой набор, что я вам посоветую? Возьмите 18 или 16 канву. Может быть, будет лучше, но... Честно скажу. Нет, паспорту, что-нибудь светленькое.
будет гнездо красиво. Вот а есть еще и музейное стекло. Ой, на такую работу музейное стекло и дорогой багет я точно заказывать не буду, девочки. Знаете, как она ее... Представляете, если я еще вложу деньги в багет и получится вот ерунда, я тогда вообще расстроюсь. Ну, в общем, вот так, девчонки. Я думаю, что даже если она оформленная будет смотреться красиво, это самая неудачная в моей коллекции работ. Пожалеешь потом свои слова. Да? Потом буду в восторге? Да. В итоге получится все хорошо. Это просто ты не дошила и я. Ну да. Ну как, в общем, эта картина не видна. Детали, любая вышивка начинает. Ой, что-то не нравится. Ну, вообще, вот сколько работ я вышивала, я всегда от процесса получаю удовольствие, от самого процесса. Здесь я вышиваю, и с каждым крестиком я расстраиваюсь или переживаю. Вот мне сам процесс не нравится, а я удовольствие от него не получаю. Если честно, я вышивала вот московские дома. Мне не нравились там, во-первых, в одну нить. Очень это, ну как, невыраженно смотрелось. Неяркие цвета. Вот. Мне всегда советовала Зоя Ивановна. А у тебя есть иголки сейчас? В итоге будет хорошо. В итоге вышло совсем красиво и совсем к месту. Так что и это то же самое. Ну вот я не бросаю, я надеюсь, что все-таки будет. Может, пока ее просто имеет смысл отложить, заняться чем-то. Отложить? Ну, у меня много процессов параллельных. Да, возможно, уже отдохнуть от нее и другие стало от этой вышивки. Ну, у меня много процессов. В принципе, я позволяю себе отдыхать, но мне хочется побыстрее закончить, потому что год назад она начала. Вышивать один раз в неделю. Можно позволить? Я так и делаю. На даче. Потихонечку она продвигается же работа. На ней грязи не видно, я на даче ее вышиваю. А вот если грязь отстирать, может быть, цветы засияют. Да, я ее постираю, может, правда. Белые цвета уже серенькие стали, поэтому она не ярко выраженная картина. Да, да. Точно. Здесь рядом у нас йога. Нам вышивальщицам тоже не мешало бы позаниматься. Хоть иногда. Но нет, на такие подвиги я не способна. Вот. Смотрите, что вытворяют здесь. Вы, девочки, вышиваете? Да, раньше баловались, сейчас как-то. Присоединяйтесь к нам. У нас вот клуб оренбургских вышивальщиц. А мы пришли поддержать подругу Ольгу Польщикову. Понятненько. Это вышитая, да? Вот, да, 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 оформленная работа. Это от черевна мыть? Да, да. Ну, вот у меня я тоже, увидела, да. Я увидела у тебя. Ну, отличное получается. Блоки, отлично. Что ты купила. Шикарно получается. Угу. Там такое сочетание цветов, что они контрастируют. А еще под музейным стеклом с красивым такой толстый багет. Он вот именно идет вот под картины. И очень красиво смотрится. А нитки там какие? А ПМК? Там ПМК, да. ПМК, да. ПМК они туда ложат. Да. Ты знаешь, я раньше не вышивала ими. И... Ну, считала, что такие не важные. Но ничего, получились вот именно сочетание цветов, получилось очень красиво. А еще есть двое на качелях. Будете покупать? Нет, не хочу. Мне это не нравится. Нет. Не нравится? Нет, достаточно. Но мне это тоже больше нравится. Да, мне это. Мне почему-то та. Хотя можно было, смотрю, многие вышивают пару, но я. Не пожелала. Просто такая разработка есть еще у других фирм. Да. Но мне вот тоже нравится. Мне черепной, вот это в принципе, больше нормально. Понравилась разработка. А как схема? Удачно. Яркая. Хорошо, нормально. Хорошо, да. Она вот именно яркие цвета в схеме и читается очень хорошо и вышивается. Тем более я вышивала ее очень давно. Я вышивала еще без клеток. Я начинала с середины. И по рисунку вышивала, высчитывала клеточки, не по квадратам. Вам все удивлялось, как ты можешь вышивать так, вот вышивала. Но только после этого я, конечно, начала уже по клеточкам делить. Я просто привыкла, раньше, когда вышивали, не было же канвы такой, чтобы с делением и вот с вот этими советами.
а потом только начала. Ну, раньше вообще схемы. Покупали картинку, расклад цветов, на клеточке там разлинованно, вот все. Ну, в принципе, привыкаешь, когда сначала привыкаешь. Вроде начинаешь ярко, а потом глаза привыкают, и нормально. Да, и вот я вот, ты не была весной, когда мы были, я приносила московский дворик. Все, я дошила, ну, я на тот момент уже как раз 12 вышивала, чтобы утром пойти навстречу, дошила ее. Но не оформленная была, не стиранная, не оформленная. Ну, все, я ее уже оформила. Ну, прилично встает она в багете с музейным стеклом. Встает в копеечку, но зато это работа двух лет. Все работы оформляете? Да, все оформляют сразу. В рулоне не хранят? Нет, а у меня сразу я мелочи не вышиваю, редко очень. Так, между делом. Но большие картины сразу вышиваю. Как-то не залеживается. Я даже вот сейчас вышила, вот довышиваю, но вот это вот она у меня не просто как отдыхалочка. У меня пока цели нету ее оформить. А так большие сразу вышиваю. Как у меня сын в Москве, иногда по вайберу там камеру включишь. Ой, опять у тебя этот музей сзади. Я тоже так хочу, чтобы у меня репродукции висели, вся стена была завешена. Ну, да, чтобы репродукции, не столько времени нужно, столько времени уходит на эти большие картины. Саша, галерея картины. Да, да, да. А вот, девочки, смотрите, джинсовая куртка, но вышита не на водорастворимой канве, а на равномерке. И вот так нашита. Оказалось, что Инесс не видела эту куртку. Да, почему-то я не видела. Мне вопрос задавали, все ли работы я оформляю. Нет, я не все оформляю, как раз для того, чтобы приносить их навстречу. Вот мы сейчас их развесили. И особенно вот эти маленькие игрушки от Tempo Studio, от волшебной страны, они вызвали большой интерес. Мне это очень было приятно. Поэтому я буду продолжать вышивать маленькие игрушечки для того, чтобы носить их с собой. Спасибо вам большое за просмотр. С вами была Инесса. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Всем желаю удачи. Пока-пока.